Сегодня мы вам будем рассказывать, что такое кайтинг. Да, Диана? Вот, несу рюкзак. Сейчас будем все раскладывать. С нами, я уже говорил, есть учитель по кайтингу, который у нас сам свой персональный учитель по кайтингу. Да, мы крутые. Да, Диана? Ага. Ага. То есть вот мы сейчас будем вкратце показывать. Я думаю, тут где-то разложим. Что мы делаем, как мы делаем, как мы катаемся. Мы уже здесь были. Это Баба Бич или Бофа Бич. Резорт, ну и тут пляжи называются по резортам, то есть там Килипи Бич, тут Баобаб Бич, и там дальше еще какое-то, я не помню название резорта, но суть в том, что участки пляжа называются из-за резортов так. Так, кайт мы достали, вот он наш сверточек, раскладываем его баллоном к ведру, то есть, по идее, если ветер оттуда, то баллон вот так вот. Так, где баллон? У нас кайт 12, потому что ветра тут не очень много. Обычно на Шри-Ланке, допустим, я кайтила почти всегда на шестерке, ну, на 6-метровом кайте. Так, инфлейт. Вот у нас тут находится в баллоне дырочка для инфлейта. Да. Есть вот такая вот петелечка, за нее цепляем шарик на насосе, чтобы кайт, если что, у нас... Теперь нужно перевернуть кайт по ветру, ветер у нас дует вот как-то вот оттуда, значит кайт мы кладем... Вот так. Следующий этап, это нужно размотать планку. Сначала я ее размотаю, а потом прицеплю к кайту, потому что планка это как бы элемент управления. Трапеция. Трапеция это то, к чему крепится планка за вот этот вот крюк. То есть она держится на прессе и получается за счет твоего пресса кайт тянет и ты можешь себе стоять кататься. Так крепится сама планка к трапеции. Одевается эта защита. Вот, убери руку, покажу. Вот так вот она сюда одевается. Все, готово, полетели. Самый лучший в мире инструктор. Диночка, покажи, пожалуйста, как управлять этим парашютиком. Парашютиком управлять достаточно просто. Парашютик подсоединен к тебе стропами, планкой и трапецией. Планка крепится к трапеции, стропами управляется кайт. 4 стропы, 2 центральные стропы – это стропы тяги, левая, правая – это стропы управления влево и вправо. А покажи, как вот он летает влево и вправо. Если, например, мы сейчас полетим кайтом вправо, то есть я за правую часть планки потихоньку опускаю кайт вправо и левой стропой, его останавливаю, если надо. То есть тяга нормальная такая, я смотрю, да? Класс! Класс!
только что тяга была. Да, вот это только что тяга была. То есть кайтом нужно управлять аккуратно, потихонечку, без резких движений. Резкие движения приводят к серьезной большой тяге, к которой нужно быть готовым. Ну все, теперь покажи, как ты ездишь. Сейчас покажу, как я езжу. Здесь у нас такие волны. А так и не скажешь ли... О, какой тухляк. Понятно. Давай садись. Сейчас. Поулыбайся еще, помаши. Все, ложись, отдыхай.